Дорогие женщины, вот и пришла долгожданная весна. А вместе с ней и хорошее настроение, и положительные эмоции. Так бывает всегда, когда на календаре 8 марта. Нет такой сферы жизни, где наши женщины не проявляли ярко свои таланты и способности. Причем везде представительницы прекрасного пола подают пример высокого профессионализма, ответственного отношения к делу, большой работоспособности. В то же время они остаются заботливыми хранительницами семейного очага, надеждой и опорой для родных, любимыми женами, мамами, дочерьми. Отмечу огромный вклад женщин в социально-экономическое развитие нашего города и всего Донбасса. Ведь они трудятся в школах и больницах, на шахтах и перерабатывающих предприятиях, в учреждениях культуры, финансов, торговли, социальной защиты, выполняют важную общественную работу. Те, кому все это подвластно, достойны преклонения. И я от души всем женщинам желаю весенних улыбок и цветов, любви и исполнения заветных желаний. А еще мирного чистого неба, чтобы дорогие и близкие люди всегда берегали и радовали вас. С праздником, дорогие женщины!